Закончилась 10-я юбилейная «Амурская осень». Неделя творческих вечеров, спектаклей и фильмов. В конкурсной программе участвовали 12 постановок и 13 кинолент. Имена лучших озвучили накануне на закрытии фестиваля в общественно-культурном центре. Лучшим спектаклем признана «Утиная охота». Приз за лучшую мужскую роль забрал Дмитрий Харатьян, а за женскую – Валерия Ланская. В мире кино обошла всех Мария Шалаева. Она исполнила главную женскую роль в фильме «Я буду рядом». Лучшей мужской признали игру Владимира Сверского «Фильм в тумане». Ну а гран-при забрала кинолента «Дочь». Некоторые моменты из закрытия «Амурской осени» смотрите далее. Каким бы ни стал Благовещенск в будущем, ему всегда найдется в этом городе место фестивалю, который в этом году отмечает свой уже первый серьезный юбилей. С десятилетием вас, дорогие друзья! Приз за лучшую женскую роль театральном конкурсе. Прелестная актриса Валерия Ланская. Мастер спектакля «Спасенная любовь». Приз за лучшую мужскую роль в театральном конкурсе. Я впервые получаю профессиональную награду за роль неизвестного. Поскольку персонаж, который я сыграл в мюзикле «Мата-Хари. Любовь и шпионаж», называется «Неизвестный». Вот такой парадокс. Но приятный, не скрою. Семь слоников, слоники, прелестные слоники, в наши кумиры, ваши поклонники. Ах, милые слоники, прелестные слоники, в наши кумиры. Жюри решил присудить приз за лучшую режиссерскую работу Аганесу Петяну за спектакль «Опасный мальчик». Аганес. Я не Аганес Петян, я актер, который участвовал в этом спектакле. Но я счастлив, что Орик получил этот приз. Выйти, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте дворы. Вы оцените красоту игры.